3 августа во Дворце спорта имени Гамида Гамидова по инициативе главного тренера бойцовского клуба «Боевые орлы» Надербега Хабибова был проведен День открытых дверей, куда были приглашены бойцы как с других клубов, так и с соседних республик. Главной задачей тренировки являлась спарринговая работа, так как для бойцов важно уметь находить подход к каждому оппоненту. В своем выступлении Хабибов отметил, что каждый боец – он индивидуальная личность, и мероприятия такого характера направлены на то, чтобы бойцы могли набраться опыта, узнать что-то новое и раскрыть свой потенциал. Цель данного мероприятия, это, конечно, это приобщение молодежи, ведение здорового образа жизни, занятия спорта, чтобы они не занимались плохими вещами, не прогуливали свою жизнь, молодость, имеется в виду, чтобы они, самое малое, чтобы они были крепкими физически, имеется в виду. Такие мероприятия, они приобщают молодежь к занятию спорта, ведение здорового образа жизни, ребята, такие масштабные мероприятия, они как-то мотивируют. Тренировка в таком масштабном виде будет проводиться каждую неделю. У нас будет каждую неделю будет день открытых дверей, куда мы будем приглашать всех желающих принять участие на открытой тренировке. Каждую пятницу в 6 часов. Желающие могут прийти, потренироваться, поспарринговать. Всем рады всегда. Совет молодежи я дам, чтобы они, неважно, они спортсмены, не спортсмены, главное, чтобы они были, вели себя, то есть, и были всегда порядочными и достойными людьми, занимались всем тем, что приносит пользу как себе, так и окружающим. Не позорили себя, свою семью, свою нацию, свой город, свою республику и страну. Мне главное, чтобы не все, конечно, станут чемпионами, но главное, чтобы ребята были достойными. Али Садыгов, боец клуба Imperial Fighting Team с города Красноярск, узнав о проведении данного мероприятия, приехал, чтобы принять участие, перенять и обменяться опытом с бойцами клуба «Боевые орлы». Приехал набраться опыта. В нашем спорте опыт нужен, поэтому приходится ездить. Вот выбрал хороший клуб вот здесь, в Хасавюрте, приехал сюда. Очень классно, очень здорово. Уровень высокий, хороший. Тренер Надир Ахмедович хорошо тренирует. Мне очень нравится здесь. Совместные тренировки – это хорошая практика, в которой заинтересованы все бойцы, которые представляют различные клубы, республики и страны. У каждого из них своя философия, внутриклубный дух. Именно поэтому у бойцов всегда есть чему поучиться друг у друга. Хасавюрт в этом плане прочно зарекомендовал себя как гостеприимного хозяина, который всегда рад поделиться опытом и узнать что-то новое. Курбан Гериханов, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».